ахыр ки мен бу машину көрдүм. Да? Да, расскажите мне. Я про неё видел только на рекламе. Что в ней такого необычного? А вы не замечаете, машина другая. Это электромобиль. Абсолютный. Да. Да, полный. Siz bilirsiniz de bugün siz havaya gidiş kazanmışsınız. Niye? Da havaya gidişsiniz. Seriyorsunuz? Da, конечно. Это совместный проект Hyundai, Hyundai Азербайджана с нашей компанией, с такси 189. Вот. Вы сейчас едете на машине, это электромобиль. Это первый автомобиль в городе Баку. Мы решили на нем показать своих клиентов. Как вам электромобиль? Вот звука не слышно. Да. Мне попервой, как водителю, было как-то странно, да, привыкнуть. Без звука. Без звука, да. Вот просто едешь, только звук колес. Больше ничего. Моторная система, она вся такая же. Ну, тут да, тут же, чем это электромотор, да? В обычных машинах же это называется двигатель внутреннего сгорания, да? Да. Вот, а здесь просто стоит электромотор, который питается от аккумуляторных батарей. Нет. Это сколько такая стоит? Нет. В районе 37-38 тысяч долларов. 65 тысяч манатов, что такое. Моя машина. А где заряжать? В молах, подземных гаражах. Заправки есть около центра Гайдара Алиева, притом абсолютно бесплатно. То есть пришел, вставил самый. Правда, немножко времени дольше уходит, нежели бензином, но зато бесплатно. А у нас сколько заправок? Заправляется, насколько я понял из слов представителей компании, в городе километров на 400. А по времени сколько заявится? А, это зависит от устройства. То есть есть более технологичное устройство. У нас вот около центра Гайдара Алиева, да, есть. Бесплатно. Да, мы видим, бесплатно да. Пришел, встал, заправился. Там стоят вроде как новое оборудование. Там говорят, что час, наверное. Час на 400 километров. Да. Она полностью электрическая, да? Она абсолютно электрическая, да. Это не гибрид, это стопроцентный, только электромотор здесь стоит. Удобно? Ну, это я у вас должен спросить, ну, удобно. Для нас прекрасно, водитель. Это самый главный водитель. Тоже удобно, конечно. Но главное, чтобы для вас было комфортно, удобно. Да, спасибо, шикарно. Да. Спасибо. Счастливо. Вам за приятную беседу. Продолжайте быть нашей клиенткой, нашей пассажиркой. Мы будем делать все, чтобы как бы вы не разочаровались. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. Спасибо большое. Свидания. Удачи. Спасибо. Спасибо большое. Вам тоже хорошего дня. Спасибо. То есть, да, главное не попасть под него. Да, хорошего вам дня. Все, спасибо за его. Да, я жду, конечно. Будьте здоровы, хорошего вам дня. Вам всего хорошего. Вам. Спасибо большое. Всего хорошего. Вам тоже. Спасибо. Вам спасибо. 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 Не за что, не за что, не за что. Вам хорошего пребывания, хорошего дня. Спасибо. Всего хорошего, до свидания. А можешь сфотографироваться с машиной? Конечно. Сфотографируйся.